Все. Сергей, и держи так. Так. Все с планом бросили. Я играю не с ним. С кем ты? Ты со всеми? С кем ты будешь играть? Я с белым не играю. А кто такой Давид? Я без понятия, но я знаю, что белый — это фей. Поэтому да, мне кажется, что ты будешь играть. Все играют с каждым парнем. Цена. Ну я же с красным и с Максимом играл. Это другая группа вообще. Не группа, а она. Может, а я же с Ксюшей не играл, если хотя она вообще не стала. Только если мне начнется игра, можете? Да, сейчас 5 минут. Хорошо. А ты сейчас играешь? Ну, я вообще-то должна вот там сейчас. Вот сейчас? Ну да, сейчас. А она начнется через 100 миллиардов часов. Спросил Сергей Александрович. Вообще я не против. Куда побежал? Там игра идет. Нет, я сказала. Что ты хочешь спросить? Можно мне чуть-чуть? Что? Вот становись, Соня, смотри. Я подержу тоже. Это техника, видишь, очень дорого стоит. Поздно. А что ты не ходишь? Я? Ага. Сняли? Да, не, я посадила и второй этот. Там девочка проиграла. Обиделась, тоже плакала. Не шатай. Посмотри, он тоже слабый. Видишь? Он тоже слабый. Ладно, надо будет сделать. Если я буду сделать, я буду. Если бы в теннисе можно было вызывать на силу. А? Серьезно? Тогда я его выиграю. Если его Вика сделал. Я Вику выиграл. Если у меня с кармана. Если я сейчас выиграю третью, то я вхожу в золотую лигу. Если я не проиграю ему, то я остаюсь. Она с Максимом. Он, если он сейчас даже проиграет. Ладно, там, если я сделаю Вику, а Вика сделает его, то я его обязан. Моя цель. Даже 5 минут. Слушай, а если Максим сейчас выиграет, если он сейчас проиграет, а у него уже 2 победы есть из силы. Из красным? Да, если он сейчас выиграет, то он будет во втором. А если он еще у кого-то выиграет, он будет у красного? Нет, у красного. Если еще одна осталась. Если он выиграет еще. Он выиграл 2, а у них сегодня за час проиграл. Если он проиграет 2, то что? То он будет 2 вставать.
выиграет 3. Это как босс в видеоигре. Вот прям как в этом. Все, красненькое, значит, идет. Вот, и держите, старайтесь не дергать. Просто твердо, твердо на что-нибудь обопритесь. Ты руки ему вот так подставь. Зачем? Хватит. Ну что это? Быстрее. Все прохладненько было. Бегом, Богдан, мы сейчас уедем. Счет 2-1 Богдан подает. Не дергай. Это лишняя энергия, не трогай ничего. А включить? Не успею, Максим. Эйс, уголочек. Не успел. Богдан. По 30. А ты что там включается, да? По 30 Богдан подает. Ой, не успеет, не успеет, не успевает. Стоял на месте. Не дергай камеру. Нужно лишнюю энергию. Ах, промахнулся. Богдан? Нет, Максим. Богдану один гейм остался, он выиграет. С таким же счетом 3-1, как у тебя было. Двойная ошибка. Это хрень. Успокойся, сиди спокойно. Нет, будет. Колобчик, колобчик. Давай, 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 бегай.
видишь, мячи все сверху летят. Вот такой.